Привет всем! Вы находитесь на канале «Стильное вязание» со Светланой Садыговой. Сегодня я хочу вам показать, как я буду вязать своей внучке. На этом уроке начнем. Шапочку очень модную, красивую, теплую, буклированная пряжа на 2 годика. Ну, можно до 3 лет ее носить. Так, будем вязать вот с такой пряжи. Это альпака Ализе, это пряжа турецкая. Состав входит здесь 15% альпака, 15% шерсти, полиэстер 10 и 60 акрила. Спицами мы будем вязать резинку 2 на 2. Начнем вязать в начале. Спицы будем применять 2,5, можно 3. А основной узор дальше пойдет после резинки. Я буду вязать 4-кой. Можно и 5-кой. Но я буду вязать спицы 2,5 и 4-кой. Так, вот эта пряжа. Тут показан жакет. Но мы будем вязать сейчас шапочку. Я уже с этой пряжи вязала рукавички на внучку. Можете посмотреть в моих уроках. С бантиком, очень красиво. Под эти рукавички сейчас будем вязать такую же шапочку, тоже с бантом на боку. Так, пряжа вот показываю, буклированная, очень хорошего качества, хорошая пряжа, красиво смотрится, теплая, и в то же время с нее выходят модные, так красиво сильно смотрится изделие. Так, теперь посмотрите, мы будем вязать шапочку, чтобы рукавички я вязала в одну нить. Шапочку будем вязать 2 нити, чтобы она, зимняя шапочка, теплая была. Набор я делаю с дополнительной ниткой. То есть вот так слаживаю, видите, так, ее вот так про это самое. Все. На шапочку наберем сейчас 64 петли, плюс 1 для соединения. Будем вязать без шва. По кругу на круговых спицах начинаем набирать петли, набираем 65 петель. Так, я вот набираю на спицы вот эти, которые 2,5, а вот другие будем спицы вязать. Это основная шапка, тогда уже после резинки 4. Так, набираем петельки. Вот там обрежем. Так, набираете петли обычным способом. Вообще, кто как хочет набирает петли, можете и своим методом набирать, как кому удобно. Но я набираю с дополнительной ниткой, чтобы хорошо край смотрелся, потому что шапка будет без отворота. Будет ее держать этот край как раз хорошо, чтобы не заворачивался ничего, плотно прилегал, и в то же время край шапки красиво смотрелся. Так, вяжите до конца этот ряд, да, вяжите, и потом покажу, как соединить. И вытаскиваем одну спицу, и теперь я вам покажу, как мы будем соединять. Так, соединяем. Мы с левой спицы снимаем на правую спицу петлю крайнюю. Так, теперь берем это вот спицей левой крайнюю петлю, перекидываем через эту, которую мы сняли. И вот у нас соединились, видите? То есть мы сняли, потом крайняя здесь петля, которая была, мы перекидываем через эту петлю, которую сняли. Вот у нас получилось соединение. Все, дальше мы вяжем резинку. Начинаем вязать резиночку. Так, 2 лицевых вяжите. Здесь будет шапочка, несколько цветов будет чередоваться.
Сейчас темно-серыми нитками вяжем. 2 изнаночных, 2 лицевых, 2 изнаночных. Так будете вязать. Провязывать будете. Высоту провяжете вот сюда темно-серыми 3 сантиметра. И потом будете вязать, уже перейдете с темно-серых 2 сантиметра, высоту провяжете тоже резинкой 2 на 2, еще 2 сантиметра. Итого у вас выйдет резинка, обычная резинка 2 на 2, 2 лицевых вяжется, 2 изнаночных, 5 сантиметров в высоту. Вяжите резинку, получится 2 тона на резинке, темно-серый и черный. Вяжем. Вот мы снова вами провязали резинку 2 на 2, темно-серый и черный тон. Теперь переходите, еще провяжите пол сантиметра черными обычной платочной резинкой, платочной вязкой, то есть только лицевыми петлями. Вся шапка будет состоять из лицевых петель. Вяжем еще пол сантиметра, это выйдет 2 ряда, еще добавите черными, черной пряжи вяжите. Так, провязали. После черной пряжи, вот серая у нас, вот черная, после черной пряжи я добавила белую, вот такую белую, точно такую пряжу. Провяжите еще белой пряжей. Почему я так говорю вам, и так ясно, все время будете лицевыми вязать. Еще высоту провяжите 5 сантиметров. То есть получится у вас от начала до конца белого тона высоту выйдет уже у вас 10 сантиметров. Вот у нас 10 сантиметров получилось. Дальше, после белого, как провязали, я уже тоже провязала, все идет лицевыми петлями, вяжите по кругу. Еще провяжите 2 сантиметра черной пряжи. Вот белым закончили, вот было от белого до, вот от начала до белого 10 сантиметров. Еще провяжите, здесь у нас получается темно-серые. Черная выходит 2 сантиметра. Мы провязали так. Вяжите. Видите, она получается в 3 тона. И дальше еще темно-серой вяжите пряжу. Я вот провязала 1 сантиметр. Еще темно-серой вы тоже провязываете еще 1 сантиметр. Так, напоминаю, резинку мы вязали 2 сантиметра, можно 3 круговыми спицами, а основной я вяжу вот четверкой. Так, нитки в 2 сложения. Так, вы уже тоже здесь сантиметр провязали высоту, давайте еще 1 сантиметр провяжем, потом посмотрим, возможно, начнем сейчас делать спуск, то есть будем вывязывать, уже переходить, конец шапочки делать. Здесь только вяжем одними лицевыми. Всю шапку вяжете одними лицевыми. Начинали вы резинкой 2 на 2, 2 петли лицевые, 2 изнаночные, а так все время по кругу вяжете одними лицевыми. Узор очень несложный, легкий, но в то же время красиво будет смотреться за счет пряжи. Даже на гладкой пряже будет красиво смотреться. Тут красота будет идти в бант. Бант будет на боку шапки и будет главное, как бы, элемент нарядной шапки. Так, провязывайте еще
1 сантиметр вверх. И у нас тогда получится 15 сантиметров от начала шапочки вверх, 15 сантиметров. Вот мы подходим уже этот до конца ряд по кругу, провязываем темно-серым, как я говорила, добавим еще сантиметр. Смотрите, вы можете ориентироваться, где начинается новый круг, вот по вот этой нитке, да, вот где. А я еще делаю вот спицу, видите, как начинаю, вот где она у меня, остаток спицы остается, это конец круга, или начало нового начинать. Так, вот мы провязали. Так, видите, вот у меня спица получилась. Теперь я ее, это потом нитки с изнанки уберем, все хорошо. Так, теперь я вытаскиваю эту спицу. Опять вот таким образом, смотрите, на правую сторону будем вязать. Вот сейчас мы так, и отсюда я ее потом подтягивать не буду, и у меня где спица вот остается, это новый ряд, уже новый круг получается, я вижу так. Или отсюда смотрите, или маркер, или булавку цепляете, как хотите. Вот мы сейчас измерим, сколько у нас тут получилось высоту. Вот у нас, как я говорила, получилось 15 сантиметров высоту. Сейчас будем вязать донышко, начинать. Будем вязать донышко, 2 изнаночных, первый ряд, первый круг пройдем, 2 изнаночных, 1 лицевая. Так, начинаем вязать. Одна изнаночная, вторая изнаночная, так, лицевая, изнаночная, изнаночная, лицевая. Две изнаночных и одна лицевая. Две изнаночные и одна лицевая. Вяжите так до конца этого круга. Так, вот мы довязали. Получилось у нас последние тоже этого круга 2 изнаночных. Так, мы тогда знаете сейчас, что сделаем еще. Вот таким образом. Так, вытаскивайте спицу. Вот я вытаскиваю, видите, вот так передвигаю ее просто на эту. Теперь берите 1 петлю, сразу снимем. Вот таким образом, как мы делали уже. Первую на правую спицу. Переносите. Отсюда вот мы перенесли, видите? Так, сейчас я ее назад посажу пока. Давайте тогда подвинем вот так, чтобы легче вам было ее вывязать. Я ее так могу подтянуть, но кто только начинает вязать, будет сложно. Мы тогда вот так, так сделайте вот так, вытяните где-то спицу, вот таким образом будет легче вам. И вот так одну петлю, видите, снимаете сюда на правую, и вот следующая за ней. Это мы точно так делали, когда соединяли первый ряд, и вот перекидываете. Все, мы одну петлю мы как бы так уже убрали. Так, теперь продолжаем вязать мы.
Теперь можете вытянуть ее обратно вот так, таким образом, и будете вязать. Так, сейчас на место, вот. Вытянули и начинаем вязать. Теперь следующий круг, спуск делаем макушки. Сначала мы провязали этот круг, 2 изнаночных, 1 лицевая. Теперь будете вязать. Так, одна изнаночная, так провязали, 1 лицевая. И теперь вот идет 2 изнаночных. Мы их провязывать будем сейчас, 2 этих изнаночных, вот 1 и 2, одной. Берете вот таким образом 2 и провязываете 1 петлей. Так, вот, провязали. То есть лицевые мы так и провязываем, это лицевая, а изнаночные, которые были 2, мы провязываем 2 петли 1, и так вяжете до конца этого круга. Так, 1 лицевая, а 2 изнаночные провязываем мы 1 изнаночной. Так вяжете до конца. Вот мы дошли до конца этого круга. Это второй круг по спуску донышка. Здесь у нас получилось последнее тоже изнаночное. И первое тут изнаночное. Мы точно так берете вот сейчас ее, снимите изнаночную на правую спицу, а теперь берете вот крайнюю и перекидываете через эту, которую мы сняли, вот. И теперь вяжете здесь лицевая, следующая, так, лицевая, следующая, секундочку. Так, и здесь получается, берете следующие 2 петли, вяжете тоже лицевой, то есть таким образом изнаночная лицевая, провязываете лицевой, вот, то есть по 2 петли 1 лицевой провязываете. И так вяжите до конца ряда. По этому кругу. Это третий круг у нас по снятию, по вывязыванию донышка шапочки. Так, вот мы провязали следующий круг. У нас на спицах уже осталось 21 петля. Вот уже у нас, видите, как получается донышко. Так, сейчас опять мы точно так сделаем, как мы снимали. Точно так снимаем, еще опять 2 петли провязываем 1. Вот. Так, опять 2 вместе провязываем 1 лицевой. Вот мы снимаем. 2 петли вяжете 1 лицевой. Так, и так до конца провяжите. Вот у нас еще 1 петля тут осталась. Мы точно так делаем ее, как мы тогда делали. Снимаем. По 2 мы провязали 1 лицевой, а эту последнюю снимаем на правую спицу и перекидываем. Через, перекинули. Через эту, которую мы сняли. Так, теперь посчитаем, сколько у нас осталось петель. Вот у нас осталось
11 петель. Мы сейчас их провяжем. Так делаем. Просто лицевыми. Провязываем лицевые петли. Провязываем до конца этого круга. 11.